Так, чтобы вы знали, я поставил камеры. Снимает. Самостоятельно меняет. Спасибо.
первый этап, это вот, когда противник просто стоит, и на нем как бы стоит так. Да. Вы стоите и подворачиваетесь, он падает. А вот второй этап, это уже когда в движении. Это или назад, или вперед, или вправо, или влево. Пошел, раз, бросил, коп, он встал, да? Пошел вперед, коп, бросил его назад. Пошли. Принесешь, покажешь. Взял, что ты сидишь? Чучело взял. Вперед и бросаешь. Делаешь бросок через бедро. Бросил, а потом кулевок через него. А может? Стоп. Стоп. Вернись обратно. Да, или уже на самом деле по синей линии. Видишь у тебя? Уже все. Пошел. Дальше. Значит, тут пока у вас нормально, там нормально.
своему партнеру, который, я считаю, пока еще слабее тебя, значит, ты обязан держать захват двумя руками при броске. Ты должен сделать бросок и остаться в стойке. Захват должен держать двумя руками. Меня не волнует. Упал, значит, буду давать приседания, пока ноги не отнимутся. Когда ты бросаешь и держишь двумя руками, ты его контролируешь. То есть, если ты залез и чувствуешь, что не можешь бросить, не бросать. Значит, посматривай, в какую сторону, как ты это. Если ты берешь захват одной рукой и бросаешь, он выставляет эту руку. Она свободная, выставляет опять травмирует. Поэтому захват двумя руками. А если же на это? Ну вот и накажи. Жаль? Да. Ну, во-первых, он ниже тебя, он будет наклоняться больше. Как ты не будешь делать? Ну, если подкопа, ситуация будет нормальная и сделаешь, и ничего не сделаешь, конечно, то есть пойдет хорошо, все нормально, какой смысл мне доказывать. Значит, у вас есть какие-то проблемы? Значит, еще раз, если ты ему взял бросок на ИПО, встаешь, счет 1-0 и выходит. Если ты сделал ИПО, у вас 1-1. И если ничья, то есть 2-2, 3-3. Вот тот, кто первый сделал ИПО, тот выигрывает. Но, если счет 2-2, и Катерина делает бросок там, в Азаре, например, да, заканчивает схватку, счет 2-2, то Катерина ведет в Азаре, хотя ты первую схватку выиграл. То победу я дам Катерине. Готовы? Да. Ре. Сейчас, одну секундочку. Время. Сейчас, подождите. Да, ну хорошо. Хаджина. Thank you.
Да, спасибо.
назад и поклониться. Мама. Что тебе? Все, хватит. Хватит. Ты воду Паши вокруг ковра. Отдыхаем. Включайтесь, воду не пить. Я тебя прошу. До сих пор не хотел. Макса, да? Да, проблема. Он пожрал. А после тренировки начинают все выходить. Видишь, Коля хотел говорит, уже это будет. Ты что, что воду пошел? Ой, я тебя прошу. Сейчас ты горшок, да? Как удачи. Давай. Поможешь Максу. Давай, 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 давай. Бегом, 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 Даник. Что? Разогрейся, красавчик, что ты пришел. Все, видишь, пацанами поворотно, пацаны уже выросли немного. Ты уже страйки, более уже, более-менее. Хорошо, вышли на ковер, приготовились. Я сначала. Ты хочешь идти? Иди к Максу лучше. Коля, иди туда. Да. Помени. Помени. Все готовы? Да. Молодцы. Так, кто в этой схватке выиграет? Он или ты? Тебе все равно, да? Ну как? А ты кто выиграет у вас? Ты. Николай, кто выиграет? Я. Ты кто выиграет? Он? Я. Ты выиграешь. Макс, кто выиграет? Он. Он? Красавчик. Каталин, ты лучше. Так. Значит так. Сколько у нас времени? Без 20. Без 30. Половина, да? Да. Великолепно. Значит, сейчас боремся по-другому. Ну ты боролся, как борешься. Ты разогревайся, разогревайся, потому что ты потом пойдешь. Значит, как только он ему делает трусов, ты заходишь вместо шейку, разогреваешь. Нет, вместо. Да, Макса. Да. И вы будете меняться. Если, например, он тебя просит, то уходит Макс. А если ты бросишь Кристиана, значит уходит Макс. А сегодня тоже будет? Да. Вот смотри, да, есть Реал Мадрид, да, а есть молдавская команда, ну какая, как? Подумай об этом. Нет, нет, есть, ну не молдавская, ну хорошо, какая, ну, любая команда, украинская, да. Реал приезжает и выносит ее 20-0, да. И Реал интересно играть? Неинтересно играть, и зрителей нет такое. Даже столько голов, и все равно неинтересно. А Реал приходит, приезжает и говорит, о, что это за команда, о, деревянная. Все, мы выходим не 11 человек, а выходим вратарь и 5 человек. А? Местные сразу придут. Да, сразу придут болеть, потому что их больше, есть возможность выиграть. То есть нужно как бы себя ставить чуть-чуть в тяжелую позицию, когда ты будешь расти. Какой смысл с Максом бороться? Жирку нет этого, вискуна нет. Там, там, если ты будешь выигрывать нормально, будешь проигрывать, я им скажу там, посмотрю, если сильно будешь проигрывать.
жену рукой держать, нагружует. Все зависит от этого, чтобы интересно было тогда. А какой смысл с ним бороться, захват, это? Ну, все равно выигрываешь. Мат, что ты вышел? Готовы? Борис, это икона. Кто сделал икон? Сделал икон. Показывайте мне рукой. Все. И потом я отпускаю, вы садитесь туда. Итак, схватка у нас 3 минуты. Джин! Один. И бонус. Следующий, ты не держишь.
это